Привет всем, вы на канале Фита, и сегодня я буду рассказывать, как с помощью створок фасоли избавиться от отеков. Створки и стручки фасоли используются как противовоспалительные, бактерицидные, сосудорасширяющие, обезболивающие, сахаропонижающие, улучшающие обменные процессы, мочегонное средство. Отвар створок выводит из организма жидкость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление. Их применяют при водянке, заболеваниях почек и суставов, мочевого пузыря, при мочекаменной болезни, сахарном диабете, ожирении, опухолях, подагре, гастрите с пониженной кислотностью, ревматизме. При сахарном диабете принимают отвар створок с другими сахароснижающими растениями. Они воздействуют на организм, как инсулин. Поскольку экстракт, полученный из этого растения, помогает избавиться от тяги к сладкому, его используют для похудения. Мукой из перемолотых стручков ускоряют созревание нарывов и фурункулов, посыпают участки рожестого воспаления, мокнущие экземы, язвы, посыпают места ожогов, смешивая ее с яичным белком. Рецепт настоя мочегонного от отеков. 1 столовую ложку створок залить 400 мл кипятка, настоять в течение 1 часа на горячем, процедить. Принимать внутрь горячий настой по полстакана 3-4 раза в день, независимо от приема пищи. Рецепт отвара при диабете. 15 грамм створок залить 200 мл кипятка. Варить в течение 10 минут на медленном огне, остудить и процедить. Принимать отвар по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой. Рецепт настоя при хроническом панкреатите. 2-3 столовые ложки сухих створок настаивать пол-литра кипятка в термосе 5 часов. Пить 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Применение створок фасоли имеет свои противопоказания. Это беременность и лактация, индивидуальная непереносимость и гликемия. В нашем магазине Fita.ua вы также сможете найти створки фасоли в сухом рассыпчатом виде. Надеюсь, мой ролик был вам полезен. С вами была, как всегда, Таня. Всем пока!